Утрянка была шикарная, ребят. Мы что заметили? То, что вот над этой частью, ну, скажем, угодья, где мы охотимся, здесь разлив небольшой из канав. Здесь большая часть утки пролетала. И мы сейчас на вечер, так как, объясню, обычные чучела присада, ну, во-первых, с ними больше всего движухи разные. Ну, физической нагрузки очень много, чтобы их расставить, потом собрать, все это в грязи. И они не так очень хорошо работают уже, когда темнеть начинает, да? Потому что, скажем так, на воде их не шибко видно, ветра нету, они не шевелятся, ничего. А махокрыл для меня это новая штука, но я охотился пару раз и видел безумную реакцию утки в Астрахани. Но в средней полосе ни разу не охотился, сейчас хотим попробовать только два махокрыла и просто даже посмотреть на реакцию уток, это вот как эксперимент и интерес. И здесь, соответственно, рядом мы встанем и будем смотреть. Понятно, что по сидячим стрелять не будем? Вот, сам просто опыт того, что насколько вообще имеет смысл тащить с собой, там 30-40 чучал, как таскают ребята некоторые на охоты. Можно использовать махокрылы, и особенно в вечернее время, я считаю, это будет вообще отличный вариант. Утрянка была шикарная, ребят. Мы что заметили? То, что вот над этой частью, ну, скажем, угодья, где мы охотимся, здесь разлив небольшой из канав, здесь большая часть утки пролетала. И мы сейчас на вечер, так как, объясню, обычные чучела присада, ну, во-первых, с ними больше всего движухи разные. Ну, физической нагрузки очень много, чтобы их расставить, потом собрать, все это в грязи. И они не так очень хорошо работают уже, когда темнеть начинает, да? Потому что, скажем так, на воде их не шибко видно, ветра нету, они не шевелятся, ничего. А махокрыл для меня это новая штука, но я охотился пару раз и видел безумную реакцию утки в Астрахани. Но в средней полосе ни разу не охотился, сейчас хотим попробовать только два махокрыла и просто даже посмотреть на реакцию уток, это вот как эксперимент и интерес. И здесь, соответственно, рядом мы встанем и будем смотреть. Понятно, что по сидячим стрелять не будем? Вот, сам просто опыт того, что насколько вообще имеет смысл тащить с собой, там 30-40 чучал, как таскают ребята некоторые на охоты. Можно использовать махокрылы, и особенно в вечернее время, я считаю, это будет вообще отличный вариант.